Калининград и Брест связывают давние теплые отношения. Договор о сотрудничестве был подписан еще в 2009 году. За это время города-побратимы смогли сделать многое. Если говорить об экономике, то внешнеторговый оборот города над Бугом с Калининградской областью за 9 месяцев текущего года составил более 3 миллионов долларов. А темп товарооборота достиг отметки 78%. В этой ситуации с Калининградом мы подошли к какой-то планочке. И меня немножечко тревожит то, что динамика нашего развития товарооборота остановилась вот на этой отметочке несколько миллионов долларов. Поэтому цель этой встречи и дальнейших встреч нащупать наши точки экономического взаимодействия. Что надо из производимых товаров в Бресте, в Калининграде, в городе, в регионе, и что надо нам, с учетом географической близости из Калининграда, сюда для наших предприятий. Сегодня основные позиции экспорта – это молочный ассортимент савушкиного продукта, рыба «Санты Бремор», лакокрасочные изделия «Стима», мебель фирм «Инвалюкс», «Анрекс» и «Блэк Ред Уайт». Если говорить об импорте, это готовая и консервированная рыба, моторные транспортные средства для перевозки грузов и другое. Но интерес обеих сторон есть не только в экономической сфере. Меня сегодня интересует и сфера городского хозяйства, жилищно-коммунального управления, благоустройства города. Вот то, что проговорили сейчас во время встречи, и подходы к планированию развития социальной инфраструктуры, учреждений образования, спорта, здравоохранения, молодежной политики и так далее, чтобы сегодня при существующих темпах строительства жилья действительно создавались все необходимые условия для качества жизни населения, чтобы сегодня решалась не только одна из основных задач, способствовать тому, чтобы люди имели благоустроенное жилье, но люди должны иметь жилье благоустроенное в широком смысле этого слова, когда вместе с новыми микрорайонами развивалась бы вся необходимая инфраструктура и коммунальная, и социальная. Когда мы говорим о дружбе между людьми, то идеальный вариант дружбы между людьми – это безвозмездная дружба. Когда дружба во имя дружбы, когда мы говорим в отношениях дружеских между городами, побратимских отношениях тем более, то, естественно, этого компонента недостаточно. Поэтому здесь очень важно вот в дружбе между городами иметь прикладной смысл и выгоду каждому региону. Поэтому прежде всего, конечно, это наш товарооборот, это наше культурное взаимодействие, это наше торговое взаимодействие. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук поделился с главой городского округа город Калининград Александром Силановым последними событиями из жизни города. В частности, о тех масштабных работах, которые велись в преддверии тысячелетия. Также Александр Степанович рассказал и об административно-территориальной структуре города. Глава делегации из Калининграда также обменялся новостями, проблемами и опытом. Как вывод, который сделали руководители, у городов-побратимов есть много точек соприкосновения. Несомненно, у нас различные федеральные законодательства в государствах, но тогда, когда сегодня у руководителей городов есть желание слышать людей, работать для людей, то, несомненно, есть очень много общих проблем. И для меня, например, очень интересно, как это решается в Бресте. Ну, я думаю, что Александру Степановичу не менее интересно, как те или иные вопросы, связанные прежде всего с развитием городского хозяйства, инфраструктуры, социальной сферы, решаются в городе Калининграде. Каких договоренностей достигнут стороны, станет известно совсем скоро. Также в рамках визита в Брест делегация из Калининграда посетит знаковые объекты города, а глава городского округа Алексей Силанов примет участие в открытии Пушкинского сквера. Мирослава Коваленко, Павел Малашонок, телекомпания «Бук-ТВ».